Скажите, пожалуйста, вот глядя на то, что сейчас происходит в России, вы за это боролись в 91-м? Оказалось, не за это. А за что? За демократию, а пришла диктатура очередная, мафиозная. А если бы вы знали, что все так повернется, вы бы вышли в августе 91-го сюда? Вышли бы все равно. Мы же не думаем, что так случится. Мы с этим боролись. Вот мы боимся, что на место ГКЧП вдруг через 20 лет мы сели в карусель, я уже в стихе написал. И вдруг оглядываемся по сторонам, через 20 лет карусель сделала круг, и кругом одно ГКЧП. Впереди у нас счастье, оказалось, что от счастья. Преградил дорогу сель, и мы сели в карусель. Обернулись через 20 лет, поглядели, а победы нет. Я боролся за то, чтобы в нашей стране была демократия, чтобы власть принадлежала народу, чтобы в нашей стране были честные выборы, чтобы мы свободно читали то, что хотим, чтобы смотрели свободно то, что хотим смотреть, чтобы в стране вот эти вот... Чтобы человек не чувствовал себя унизительно, униженно, как мы чувствовали себя вот эти годы, последние годы совка особенно. И, естественно, то, что сейчас происходит, мне жутко не нравится. Я все-таки не стал бы сводить все сегодняшнему дню. Да, к сожалению, Россия опять на свою колею, видимо, съехала. И хотя мы пытались сделать, в общем, прорыв в будущее, чтобы Россия была свободной, цивилизованной страной, сытой страной, свободной, демократической. Видимо, сейчас это не получилось. Но не надо отчаиваться.